канале Сани. И сегодня я придумала новый редикт своего канала. Как я вам сейчас и сказала. Привет, ребята, мы на канале. С вами Сани. Мы на канале Мисс Сани. Умничка моя девочка. Вы представляете, сидела Саня у окна и придумала свой девиз. Умничка, мне он очень-очень нравится. Я так думаю, что понравится и всем-всем ребятам. Ну что, ребята, мы сегодня делаем мороженое для наших гостей. А вы посмотрите, какие тут у нас гости сегодня. Ну-ка, Сани. Маша. Медведь. И Минни Маус на своем лимузине, Минни Купере. Ой, сейчас он тут всех раздавит. Ну-ка. Да, Маша, привет. Привет, медведь. Сани, здравствуй. Как я хочу, чтобы ты для меня сделала мороженое. Пожалуйста, мне так жарко. Ну хорошо, я знаю, что у нас... Мне первый! Хорошо, я знаю, что ты розовый любишь цвет, я тебе делаю розовое и фиолетового. Вот у нас такая вот формочка для... А вот смотри, Саня, я нашла тебе для этого как раз, да? Да, хорошо, ребята. Вот такой у нас сегодня редикт новый и новая... Подпись. Вот я сейчас делаю красивую маску. Ой, сколько у тебя пледока. Да. Ну-ка, Саня, давай я тоже сделаю мороженое для твоих друзей. Давай ты делай для Мишки, а я для Маши. Давай. Миша, какое ты хотел мороженое? Я хотел очень, чтобы было сладко, медовое. Хорошо, я тебе сделаю очень вкусное медовое мороженое. Хорошо. Как ты, Миша, поживаешь? Как твои дела? Мы все смотрим мультики, Сани, и ты нам нравишься все больше и больше. У тебя какой хороший характер. Маша-то разбойница. Да, я разбойница. Я везде и всегда появляюсь не вовремя. Да, но я ее очень-преочень люблю. Но мы ее тоже очень любим. Правда же, Саня? Да, правда. Я вот уже одну половинку сделала для маски-хулиганки, которая, я знаю, что на вашем канале Маша. Сегодня вышел новый клип. Привет! Вот, я сейчас другую половинку делаю, голубичную. Хорошо, Саня, ну давай-ка тогда, ты уже сделала? Одну половинку сделала. Хорошо. Я тут много-много пластилина Плейдо, и я знаю, что тебе нравится салатовый цвет, Мишка. Да, мне очень нравится, ребята. Я обожаю зеленый цвет. Вот, Мишка, ты посмотри, я почти уже тебе сделала прекраснейшее мороженое. Я тебя буду угощать, а ты кушай на здоровечко. Спасибо тебе. Сейчас я... Покажу. И вот у меня есть такая, смотрите, ребята, формочка. В ней вот всякие помещаются, видите, тоже красивые можно сделать. Сейчас я вам покажу, как вот тут так вот, прямо так. Сейчас вот, вот так вот нажимаешь на какую хочешь, вот так вот, вот, прямо, вот. Смотрите, как красиво получается. Вот для Мишки, Саня, я уже сделала. Миша, это тебе. Ой, спасибо. Помоги мне создать. Вот так вот. Ой, как вкусно. Ну-ка, садись. А еще Минни Маузу кто сделает мороженое? Быстренько. Ну, я уже делаю Машу. Сейчас закончу. Маша уже упала. Вроде, мне кажется, готова. Ну-ка. Нина-нина-на-на-нина. Нина-на-на. Вау! Вот это...
это мороженое. Вот это только конца не надо, красивенько вот это снять. Да, оно красивое. Какая ты... Детки, посмотрите, вы, наверное, тоже бы хотели такого мороженого, да? Спасибо тебе, Сани, спасибо. А мне кто сделает мороженое? Я обожаю мороженое. Давай-ка. Я тебе сделаю фиолетовое. Но я сделаю своими руками. Ой, какое четкое получилось, как круто. Саня, я не знала, что так, слушай, еще круче, чем вот на этом, что мы имеем. Этот Майки. весь аппарат, правда же? Да. Ой, посмотрите, какая вкуснотища. С двух сторон дай получилось. Дай мне покушать. Давай-ка я вот так вот сделаю, чтобы видно было. Да, этот мейкер, ну, который мы имеем. Айсмейкер. Да, айсмейкер. Мороженое, как это по-русски называется? Мороженое, фабрика мороженого. Да, фабрика мороженого. Да, вот одна половинка будет вот такая, а другая будет кубичная, моя любимая. Я вот на такой ложечке это все делаю. Да, ну давай, готовь всем. Попробуем. И мы. Вот твои рисунки какие красивые на стенке. У тебя тут всякие и рыбки, и собачки. И от автомобиля вот тут. Угу, умничка. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ли-ла. Как-то Маша поет ла-ла-ли-ла-ла-ли-ла. Маша, прости. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ли-ла. Чух-чух. Вот я сделал такую елочку, если мне надо для Мини Мауса этой. Да. Штучки. Угу. Да. Умничка. Умничка. Вот. И мне надо вот это. Умничка. Медвежонок наш упал, бедный. Ох ты, сластенок, свое съел, другое берешь. Ну ничего, нам не жалко, кушаем. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ли-ла. Спасибо, спасибо. Вот, ну всех по порции. И у Мини, ой, у Мини какое, посмотрите, получилось красивое. С розочкой. И я такое хочу. Саня, сделай для меня, пожалуйста. А такое же или другого? С вафелькой, пожалуйста, Сани. Хорошо, Машенька. Я сделаю тебе голубую, фиолетовую и желтую. Вот. Вот-вот-вот падает мне немножечко. Я сейчас это достану. И вам все покажу. Ой, ничего я не смешала. А Маша, что ты делала, как был Новый год? Наверное, объедалась конфетами. Я, как всегда, шла по лесу, пока не нашла... Мишку. И потом смотрела через окошечко, как он наряжает елочку. Помнишь эту серию, Сани, где Мишка растил елку и каждый день ее поливал, и она росла, 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 и выросла большая, прибольшая, красивая, прекрасивейшая. Помнишь эту серию, Сани? Помню, очень хорошо. Я сейчас сделаю других. Цвет. Ёлочка была примерно, детки, вот такая. О, какая ёлочка! Саня, это для меня. Да, бери. О, ура! 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 Этим еще можно и рисовать. Ура! 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 Смотрите, какая красавица. Нас елка.
Жалко, что Новый год уже кончился давно, но зато весна приходит, и много-много всяких наших красивейших, прекрасивейших мультфильмов вы опять увидите. Мультфильмы будут самые прекрасные. Что же там упало у тебя? Мини Маус сидит себе тихенько, а Мишенька что-то говорит на ушко. Да, хорошо, Саня, давай-ка, уже ты сделала. Мишка уже говорит, что надо понемножку прощаться. Хорошо, вот он запасли. А сделаем эту порцию для ребят. Саня, Маша, ты согласна? Хорошо, я дам эту порцию ребятам. И я. Ну-ка, Сани. Вот, одна половинка получилась вот такая. Какая прелесть! Давай-ка вот это уберем и красивенько. Вот. Вот. Это получилось вот так. Какая красота! Ребята, угощайтесь! Это для вас, Маша и Медведь! Это тебе, Вафелька! Спасибо! Спасибо! Ребята, посмотрите, какие у нас хорошие деточки! Саня, ну что, давай, скажи! Ставь лайк и подписывайтесь на канал Мисс Сани! Комментируйте! И огромный привет Киндер Романе! Пока-пока!